Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня, ребята, мы с вами будем проходить карту, да, которая называется «Побег из тюрьмы в Майнкрафте». Мне на самом деле очень понравилась данная рубрика, «Побег», да, это вообще прикольно в Майнкрафте, поэтому я нашел соответствующую карту, и сегодня, ребята, мы будем сбегать, наверное, самой-самой строгой тюрьмы в Майнкрафте, да. В первую очередь, ребята, я хотел бы вас попросить поставить огромный просто палец вверх на вот этот видос, мне будет очень приятно, и, конечно же, вы также можете подписаться на мой канал, мне также будет очень приятно, скоро у меня уже 2 миллиона будет, я надеюсь, что ты сейчас подпишешься, если не подписан, мы добьем эту цифру как можно скорее, да, ребята, буду очень сильно рад, если вам понравится данная рубрика, если вам нравится вообще побег в Майнкрафте, если вам в принципе нравятся мои видосики. Да, ребята, буду очень сильно рад увидеть ваш лайкусик на моем видосе. А сейчас мы будем с вами начинать. Да, кстати, хотел бы вам сразу сказать то, что почему у Жеки сегодня не выходит видос. Потому что у Жеки там возникли какие-то проблемы с записью видоса. У него что-то там не записалось, у него что-то там не смонтировалось. И Жека просто-напросто не успел выложить свой видос. Но, ребята, не переживайте, все будет нормально. Жека завтра выложит. Поэтому я сегодня буду бегать без Жеки из тюряги. Да, но я надеюсь, что у меня даже без его помощи удастся отсюда сбежать. Как я вижу, тут уже дофига заключенных, да, и как мне отсюда выбраться? Ребята, тут все очень сложно. Я вижу, за стеной есть какой-то франк, и мыло я никакое ронять не буду, франк, поэтому даже сюда не смотри. Не надо сюда смотреть. Так, хорошо. Логика Майнкрафта. Где-то что-то есть спрятанное. Я на это очень сильно надеюсь. Может, где-то вот тут. Может, где-то вот тут. На самом деле, я ничего не вижу, но мне надо как-то сломать вот это все и выбраться отсюда. Выбраться отсюда. Так. Это еще кто такой? Бугай какой-то там стоит. Кто от меня что хотел спрятать? У меня такой вопрос. Кто-то хотел у меня что-то спрятать. Но у него на самом деле не получилось от меня что-то спрятать, да. Поэтому у меня есть алмазная кирка, которая ни черта не ломает. Зачем мне тогда вообще кирка? Хотели от меня спрятать вот эти блоки? Нет, но я как-то выберусь отсюда. Франк! Я тебя предупреждал. Я никакое мыло ронять не буду. Не смотри на меня своими зелененькими глазками, а продай мне, что у тебя тут есть? Ножницы. Хорошо, сейчас надо искать, что ломают ножницы. А, да, прикольно на самом деле сделано в этой карте то, что определенные предметы могут ломать определенные какие-то блоки. Поэтому давайте мы будем выбираться с этой тюряги. Эй, чего мне пишут то, что кто-то там будет со мной разговаривать в будущем? Не хочу я ни с кем разговаривать. Мне в чате написали то, что сделай как можно громче, потому что с тобой будут разговаривать. Давайте, знаете что, давайте мы всех вот этих дебилов выпустим. Вы ни в чем не виноваты, насильники, грабители, убийцы. Убегайте наружу, я вас выпускаю. Я вообще добрый заключенный. Если у меня есть возможность всех выпустить, почему я их не буду выпускать, да? Поэтому, тут я уже проверял. Поэтому давайте, пацаны, наружу, все, на свободу, все... Франка я, конечно, оставлю, потому что он хотел, чтобы я мыло уронил и поднял его. Поэтому Франка я не буду выпускать. Франк плохой заключенный. Хуже, чем вот этот убийца, да. А поэтому всех остальных... Я один школьника в своей башке слышу. Кеш, уроки делать! Алло! Он наконец-то вернулся. Тут вообще непонятно, что сейчас было. Сейчас какой-то школьник у меня в башке засел. Так, хорошо, будем отсюда выбираться. Я вот этих всех еще выпущу. Быстренько. А, тут никого нет. Ладно, проходим дальше. Так, все, заткнись. Так, нам надо выбираться с этой тюряги, да? Волосы в тюряге поправить, чтобы я был симпатичным для других заключенных. Так, в этом сундуке ничего нету. Меня обманули. Ага, значит, нам надо наверх как-то забраться, да? А эти кнопочки что-то... Ты вообще будешь что делать, а, компаньон? Мы как бы вдвоем тут закрыты в этой тюряге, в этой камере, да? Или я должен сам выбираться, ты на меня смотреть будешь? Да? Да? Придурок. Так, хорошо! Хорошо. Может, тут паркур какой-то есть? Эх, ты что ж так-то такое? Эх, да мать твою! Так, хорошо.
То ли я дурак, то ли я дурак. Да, ясно, понятно, значит, тут такой простенький способ был выбраться. Ребята, я один вот это вижу. Или вы скажете то, что я четырюга, да? То, что я прям сразу все так замечаю. Даже на прохождении троллинга или каких-то других рубрик я сразу же нахожу какие-то потайные проходы. И вы видите то, что вот тут что-то есть. А да что это смахивает? Мне кажется, какой-то сундучок. Или я сразу это заметил? Ну, это как-то слишком просто спрятано на самом деле. Так, что у меня тут есть? Это у меня jailbreak bow. Use to break cracked... Нихрена себе, знаете, ребят, кто не новый инглиш, я ему переведу. Этот лук может ломать треснувшие блоки, то есть вот эти. Только у меня 4 стрелы есть. Ничего себе, видите вообще какой тут лук какой у меня крутой. Так, тут ничего у нас нету. Тут тоже ничего у нас нету. Я стрелы, конечно, тратить не буду. Я могу сюда как-то Ага! Хотели, думали то, что я не догадаюсь, да, то, что я отсюда... Да! Не выберусь. Так, я могу отсюда валить? Ну, давайте потопаем. В смысле? Меня охранник убил. В смысле меня охранник убил? Как бы я все понимаю, но как он меня вообще убил? Подождите, а что мне сейчас делать? А что мне еще тут надо сделать, чтобы пройти вот эту тюрягу? Я на самом деле вообще не понял. Потому что если меня тут убивают где-то, то как мне выбраться? А! Тут какой-то проходик есть. А теперь если мы пойдем сюда, а что этот меня дурак сможет... Какие-то очки у меня есть! Так, хорошо, что это за очки? Что это за очки у меня? Что они вообще делают? Очки какие-то у меня есть. Непонятные, на самом деле. То есть вот это та зона, куда я не могу становиться. Потому что если я сюда стану, то меня закукошит вот этот охранник. Так, и мы уже прекрасно знаем то, что вот этот лук позволяет нам... сталкивать вот эти блоки и прыгать по этим блокам. То есть охранник нас не сможет запалить, и мы прекрасно и изи сможем пройти вот эту карту. Слышь, Шкалатрон, мне очень приятно, то, что ты сегодня 5 по математике получил. Мамке своей скажи, то, что ты у нее умница, но свали с моей башки. Так, у нас самая-самая какая-то маленькая тюрьма. В Майнкрафте. Так, ему нужен золотой нагрудник, и он получит лук. А тут у нас что? О, стрелы. Стрелы, конечно, есть, но у меня лука нету. Так, есть верстак. Есть... То есть, если у нас есть верстак, да? Если у нас есть верстак, то мы себе сможем скрафтить золотые слитки. За золотые слитки мы себе сможем скрафтить нагрудник и обменять его... у этого носатого, потому что он прям слишком дотошный, прям очень-очень хочет нагрудник. Так, смотрите, делаем нагрудничек, берем и меняем его на лук, да? Сюда, потом лук берем, стреляем вот сюда. Ай! Вот сюда. И тут какой-то сундучок есть. Да. И с помощью вот этого выбираемся просто из этой тюряги. Так, Да ладно, нахрен. Это паркур? То есть мне вот это все надо пройти. Ну что, мастер паркура. Да. Я вообще-то не паркур мастер. Я даже не знаю, как это проходить. Какие паркуры в тюряге? Это самый сложный паркур, который я когда-либо проходил. Твою-то мать, а. Да, как я должен это пройти, а? Так. Сам на стуле подпрыгиваю. Так. Не, только не падай. Только, пожалуйста, только не падай. Я потихонечку буду проходить это все. Это всю мутню. Последний. Вот такой... Наконец-то. Так, и сейчас. Нет, уровень сраный. Эта тюрьма называется коробка.
Это специальная комната, чтобы проверить мои мозачочки, как они работают. Как они работают. И заслуживаю ли я убежать? Включаем свое 200 IQ. И вперед на охоту за тем, чтобы выбраться. Так, ну это изи, если сюда забрать. Если вот это выход, да? Так. Я что, реально тупой? Так, хорошо, идем сюда. Как мне вообще... Опа! Нет, тут ничего нету. Тут... Ты хотел меня надурить, паршивец мелкий, а? Ты хотел меня надурить, думал, что я не смогу найти вот эту твою тайную нычку? Нет, я ее нашел. Так, только куда мне сейчас потратить вот это... железные наггетсы? Так, ну, если мне нужен верстак, потому что тут ничего не крафтится, да? А, кстати, что такое? Так, ищем. Ирон. Я вообще не знаю, это реально в новой версии Майнкрафта вот это все ввели, то, что я могу смотреть рецепт для нубов просто. Так, если я хорошо знаю, то вот так выглядит блок верстака. Да, если тут где-то будет верстак... Ну и кто тут сейчас тупой? Опа! У тебя каждая тюрьма прям сложно. Сложно с нее сбежать. Так, да, но он пишет то, что эти заключенные так долго уже находятся в этой тюрьме, то, что даже забыли свои имена. Забыли свои имена. Это печально, да, у тебя имени нет. Тебя, наверное, Петя какой-то там назовут. Мамка тебя так назвала, но я тебе не буду ничего говорить. Так, есть ли тут какие-то у нас сундуки спрятанные? Надо, ребята, все посмотреть, потому что я хочу уже выбраться с этой... Тюряги. Тинти у меня есть. Так, а что мы можем... Он там за тинти вроде ничего, да, не продавал? Я выберусь с этой тюряги. Так, нет, он за... За что там? За зажигалочку что-то продает. Да, за зажигалочку. А как мне выбраться вообще отсюда? А, вот за тинти. Ага, ставим сюда тинти. Да, замечательно. Мне бы еще стрелы. Было бы вообще круто. Ага! Думал, я не замечу. А, вот. И... Иди сюда, чудак, иди сюда. Так, стрела, да. Берем стрелу. Замечательно. Ща мы все пройдем. Ща все изи будет, я надеюсь. Ага, стреляем вот сюда. Чтобы можно было перепрыгнуть. У чувака нету имени. Посмотрите, нету имени. Мне его жалко. Его мама вообще никак не назвала. Так. Я как-то тут смогу вылезти. Чё это за страшная темная комната? Смотри, как прикольно сделали такой переход через такую страшненькую комнату. Так, хорошо. Чувак, у тебя ничего нету, да? Да ладно, вашу мать, паркур! Чё, реально паркур? Чё, реально паркур? Ребят, вы знаете, какой я прям умелец паркура? Я эту хренотень вот сейчас, вот эту хренотень, буду... проходить полчасика, поэтому вы сможете идти мамкин супчик покушать и все остальное, потому что я это никогда не пройду. Опа! Так, я сюда еще, да, должен сейчас запрыгнуть? Да, это все изи! Я перепрыгну! Опа! И сюда, пожалуйста, пожалуйста, я вас просто умоляю. Да! Это, конечно, все очень круто, но что, ребята, смотрите, я не заметил с самого начала. Опять наши... Иди сюда! Опять наши фантастические очочки. Очочки, которые позволяют мне видеть, где меня сможет найти охранник, а где нет. Поэтому давайте сейчас мы туда пройдем. Да что ж это такое? Так. Так. Тихо, никому насадка, никому. Никому, никто меня тут не увидит. Я очень сильно надеюсь, если я еще сюда прыгну и прикоснусь к этому полу, я с ума сойду. Так. Опа! Выбрался. Замечательно. А у тебя что, чувак? У тебя тоже ничего нету. Хорошо.
Ага. Все так изи? Ой, чё это за тюряга такая страшная? Все на меня смотрят, как будто сейчас сожрут. Ребят, мне кажется, на этом уже на самом деле можно заканчивать. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если да, то обязательно поставьте огромный палец вверх. Давайте, ребят, наберем на этой серии 15 тысяч лайков. И я обещаю то, что выйдет следующая часть тюрьмы. Потому что тут, как видите, еще очень много тюрем. Поэтому, ребята, если вы хотите продолжение, если вы хотите продолжение Жиндосом, чтобы мы продолжали нашу рубрику с тюрягой, то обязательно, ребята, ставьте огромный палец вверх. Подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.